Сейчас тут шкаф снова поставят кто-нибудь, надеюсь. Засуманим здесь уже, куда бежать хочется. Киндека на всю пачу. Давно такой вид не видел. Кого нужно засуманить, спешите? Шаманы архитекса, пожалуйста, если можно засмотреть, я наши места. Я отходил курить. О, вот это ты, конечно, крутой. Так, я написал, мы же не успели после ОСки. Я не успел покурить банально. Я там шмотки отдавал и что-то. Ты сидишь, он за компа и куришь. Я не могу, у меня воняли курить в комнате. А, мне вас не понять. Пан Твинком зашел. Че вы? Сейчас каску вам сдам. Паладины, бафы эти бафы слетают. Турбовые кидаешь кулак МП5. Слышишь? Кулак, вас кидает МП5. Тагариус кидает. Рыбу поставили? Да, да. Садитесь кушать. Да. Я до сих пор МП5 не вижу. Ласса. Сейчас. Ой, там уже моба выцепил. Свечитесь. Звездочку. Сейчас второго выцепит, заберет. Тут, я не знаю, кто новенький, или кто так туда был. Становимся полукругом РДД. Просто хилимся, дамажим. Вторая фаза, это босс, стоит рост раньше. Нужно будет от босса убежать. Всем меликам, РДД, танк там держит, я хилю. Все тактика. Роль саранчи заканчивается. Бежим. Место уже есть. Не помню насчет. Ехали. Да можно, можно с пула. Можно оставить на... Ну ладно. Уже все. Клипса маленьких забираешь. Петрович Гис зашел. Петрович, это ты? Напиши. Ты походу не все тотемы получаешь. Это лут поменяй. Угу. Вообще не получил. После следующей взлетки этот я дам тотем на ману. Ставлю тотем на ману. Можно гибнуть, пожалуйста. Там дамажит челик. Не мешаем. Обещают. Рой саранчи отбежали. Все, миники. Тагарис выжимает. Все как обычно. А, точно был. Да не, меня просто не было, у меня фул МП был. Так, осталось 7 секунд, и вы побежите обратно.
Вот Ройсер Ричи закончился. Бегите обратно. Потом не стоим на месте, идем трэш сразу чистить. Тотем ночи. Вот прям по пути будет разрабатывать. Идем. Надо было засечь время. Ой, ничего не говорили. Я предлагаю, короче, ни хера не в четверг ходить, этот конченый инст. Просто вот бесит меня. Да ладно, ты с ульды выбьем что-нибудь. Да, с ульды уже лучше. А, это еще, ребята, а вот там есть умная какая-то голова горячая, надо припаять, наверное, там уши ему. Кинул, короче, меня подкинуло, и этот мудила кинул меня, чтоб я медленно опускался. И я лечу со скоростью вот. 8 метров в секунду. Если что. Да у меня 684. А как я его отменю? Он у меня даже не показывается там фаз. Да ладно, ладно, успокойтесь. Ужас. У нас Макс все время был горячий парень. Ага, артефакт, АФК. А ну быстрее. Я не АФК, я настраиваю бафы, чтобы видно, кто кому лучше кинул. Там вроде спрашивают. Если кому что надо, то что у меня, то что... Обращайтесь. Всем, да. Всем привет, прошу прощения, опоздал. Войт, я нужен? Да, нужен. Да, заходи. Все, захожу. Стой, а тут же есть турбоёж. Ему не нужны эти наручи? Ну, спроси у него. А, окей. Ой, так кому голова ушла? Там спрашивают. На аирдроп? Да, Войда ушла же. Да, я делаю уже, зачарил. Ваши дряхлые жизни, ваши бренные желания ничего. Тут с 200-й хожу как бич. Теперь вы адепты господина. Вы будете служить нашему делу, не спрашивая ни... Он в 10-то, этот Петрович? Да, в 10. Пускай Дон еще пока на трэше скачается. А новенький у тебя приор вообще нема? У нас не ПГП система, когда ты писал, я тебя предупреждала. После этого босса, короче, скачаешь с... Сейчас я посмотрю на него, подумаю, что кидать ему. Так-то шмота с духом много здесь. Другой вопрос, будет ли он играть. Сама не знаю, как. Посмотри сама его шмот. Я знаю, что мы в РЛК встретились. Его надо закидывать шмотом. Он... Чисто вагон у нас сегодня. РЧ. Все готово. А взрыв, может потом релобишься? Беглар тут? Беглара нет. Все, Беглар с нами. А, это Тагариус, ты же, вы распределились, кто кого держит? Шаманы, поставьте тотем очищения все. Ага, заберите последователей. Сало кинул. Я могу. Лучше же подумаете, тут не мота. А, тут Азраил, ты... Он уже все. Нам придется прожиматься.
Турбовые, знаешь, что такое капля сакры? Я знаю. У кого? О, босс вырастет, нужно будет в два этагарио создать. Хотя он прожмется 50%. Прожимайся. Хотя не. Тут же таймер забафный. Давайте мне. Нет еще. Она еще не выросла. Про вообще. Да-да-да, ты сдаешь. Зарик, ты что, побойся бога, хант на первом месте. Не ломай систему. Я вижу каплю, ты кричал. Следующий, кто сейчас сдавал? Я сейчас сдавал Васо. Васо, красавчик, турбовый, ты следующий. Блин, маны нет, неплохо. Могу поставить тотем сейчас. Поставь, пожалуйста, будет столь любезен. Она выросла, типа сейчас... дайте каплю. Сама сдала, короче. Ну, а чипку ставить, по-моему. Все, если что, я готов, жду пати. Да, сейчас мы сдадим пати и тебя засуманим. Там Азраила уже убили. Че, у меня не закончится ревностный? Ой. Мы сейчас ачивы сделаем, что ли? Да. Давайте бейте ее сильнее. У меня маны нет, черт их подери. Я зароился со своим гимном. А ну, лоха сдать в это Гариуса. Черт ты его подери. О, ничего получилось. Ставьте сразу за супнем. Ты пропустил два босса, Тимбич. Азраил, резайся там. Мы тебя мертвого не можем засунуть. О. Кто-нибудь гнидыч или кошка-мурка Тимбича засунули? Ах, это тыкните. Да, тыкнула сейчас. А вас умонить. А ему пати сейчас дали, да, сейчас. Три не на РП не было. А как это работает? Почему я все шмотки рою? Кто? А. Маг. Везунчик, наверное. А квестик был? Квестик сделали? А квестиков. Так, вы там трэш почистили? А это подстава, да? Квест не у нас, я в бите. О, ни хрена, что-то новенькое. Знаешь, почему ты все говоришь? Потому что ничего никому не надо. Сзади. Клипса кто-нибудь, вон, вижу, клипса. Забери. И подведи к другому трэшу. Я видела, это был перп спана. Я все видела. Ага, и снова дон. Как мы все видим. Сейчас не можем засуманить. Прилети, мы уже шкаф сдали. Красавчик изрыл. Все равно файра на трэше сложно передамажить другим. Ясен хер, там 4 бомбы кинуло, но там вообще такой депс уже. Ну, арти тотем, я так понимаю, да? Сейчас трэш сагрили. О боже, это я. Смотрю, такая, сейчас он сагрится. И на меня летит. У
Мы в прошлый раз десятку ходили, спокойно скипнули, это все. Вообще не умер даже. Молодцы. Мы так не можем. А Назраил Гнедич далеко от нас. Только вот это вот не сам. Мне показывает, что тут бабушка разговаривает, я его не слышу. Это мы... Сейчас еще маленький трэш пробежит. А ну-ка, давайте встанем на паутинку. Чтобы вдруг сзади будет идти трэш. Или еще где. Домашний телефон, да? Да. Это телек. Домашний телефон еще не существует уже. Почему? У нас все не существует. Раскладывается. Так, тотем свои уберите, тут кто-то трэш с адресом. Кто-то поставьте, тут может, шамана какого-нибудь в пати к танку. Потом ставить. Ой, а я могу? Могу. А где танк? Все. Все здесь. Ага, трэш ведут, везут трэш. Чёрт их подери. Повернулись, трэш убили. Ну, Войт свое дело знает, Недро. Уж точно не даст заслакать. Войт, а если я попрошу вот в метки поставить? Короче, где там ваш отлив? А хотя, я. Кстати, я заметил такую фишку. Если весь рейд будет держаться чуть-чуть левее вот к стенке, ближе к кружочку, то две метки будет бросать именно вот, ну, кружочек и вот тут вот рядом с кружочком. А в ту сторону не будет бросать, если весь рейд сюда чуть-чуть подойдет. А если бросит, то будете бежать 5 километров. Ну, с той стороны, значит, хантов поставим. Два поэтому ханта, лучше стоять в центре. Три ханта пускай с той стороны стоят. Все. Если что-то стреляют. На все бафы есть. Так, эту фласочку надо на АП пить? О, боже мой, это по твоему желанию. Геру сейчас не давать. Окей. Даю Геру. Ага, даю сейчас. Да. Классно. Ну, я просто подумала, сейчас Гера появится. Креветка, ты чё вылезла? Ты бы сказал. Друзья, наверно. Звездочки и в кружочки. Поднимашьте. Просто пост квартала. Там барбук пихает, чёрт его подери. Ой, как было тихо. Тебя просто выкинуло или ты релокался? Меня просто выкинуло. Ну что поделать, не могу. Так, еще раз улетели люди. Я помню. Вижу. Сейчас покинем тебя. А еще тупой баг. Не случился. Чё, я не могу дамажить. Тогда лечи. Типа, нажимаю единицу, она не нажимается. Что, помогает? Попробую альт понажимать, может быть, альт за нее. Спасибо. Помогло? Помогло, альт нажать.
Так, где они? Опа, нет. Кружочки. Скоро дальше пути. 43%. Баса, ты же знаешь, что это было, Саша? Я видела. О, что? На 30% где-то ближе к тому времени. Тебе перед летящей паутиной нужно будет тебе Саку разговариваться. Кто такой Саша? Так, кстати, кажется, пора давать Геру. Давай. То есть ты ее сейчас жмешь, да? А Сакру потом. Да, лучше сейчас вас сейчас. Длань спасения? Это длань жертвенности. А длань жертвенности? Да, он спасение, длань жертвенности. Летящая паутина. Так, это все. Если массакра, то священная жертва. Если просто сакра, то длань спасения. Не длань спасения, а длань жертвенности. В общем, добивайте. Нет. У вас 22 секунды, и Тагариус отдыхает. Так, две лекции у нас попали. Лучше сейчас убейте, а то когда после быстрого роста там... Это они сейчас минуту будут стоять в карте. Фига, фуха, впервые такое вижу. Более того, это кистевое. Что, может, две одинаковые вещи падать, что? Да, может быть. Я, кстати, ходила в рейд, и падает. Четыре штуки. Чё, Настя? Давай, военник. Давай, давай. По-твоему, будем. Настя, мы идем военные сейчас, да? Да, военные. Развернулись все. Идем с Тагариусом. Так, я танк уже вижу здесь. Давай. О, я тоже знаю. Чистить весь трэш будем, окей? Я пойдем тоже классно. Когда-то. Да, да. Через 100 лет. Аргулей не будем пить. Так, может кого-то нужно забафать? А, не, у нас еще 8 минут. Что-то не пойму. Что-то все умирают. Давай рыбу потом поставим сейчас без остановочного перерыва. Я уже своровала у Войда рыбу, так что можно. Настя, ты сейчас свою тактику на соседниках будешь показывать? У нас все-таки ярл до сих пор Войд, наверное, без. Так я бы только за. Я пока не могу прочитать это заклинание. А по телеку какую-то ерунду русскую показывают. Как всегда. Гипотеза, которая уже как бы доказана, она говорит, типа, я не могла ее доказать. Что-то новое выводят. Сверху в новом канале посмотрю сейчас. Никто. Тут будет два танка и Азраил. Я насмотрелся на приколы с этими четырьмя танками. Не хватило.
Мне тоже не понравилось вообще. Я смотрел, как все прыгают, бегают. Вот такая вздыхает. Мне очень не понравилось вообще. Все бегают безостановочно. Я бы не смогла дамажить медику вообще. Так, аккуратно, только не спойте, это трэш. Я вас прошу. Саваж, мистер Фол. Вообще не нравится эта тактика. Нельзя по-нормальному убить. Стоять. Манекен. Нельзя. Там только проблема будет в этих. Там теряется весь ДПС, а кукла тоже как бы дамажит. Хоть там чуть-чуть, но дамажит. А там больше ДПС теряется. Такой себе вообще не нравится. Зато я там семерку выжил. Или восьмерку. Ой, Сал словил. Живите. Чё, и маны нет? Нет. Присты так-то Сала могут здесь спелить. Ну или Сал. Зачем? Это нужно. После этого сразу рубку поставлю. Ой-ой-ой, не умирать. Ой-ой-ой. Нет, трешу как раз умирать. Я смотрю, что-то. Бар вздыхает, пан вздыхает. Рыбу ставлю. А я вечно вздыхаю. Сели, как семья, поели. Так, паладины перебафайте баф. А, вижу уже. Тут бессмертный за смерть. Вот давайте я... шкаф. Шкаф? У нас лофт-слот есть, уже есть. У нас фулл 25-ка уже. Фига. Полтора часа прошло. Сейчас маг появится, забафайте его сразу. Азраил, тебе сказано звездочку контролить. Ты же знаешь, что делать. Таунт, чит, стоишь. Все, маг появился, я забафаю. Я даю РЧ, забафаю, готовность. Прожмем все «да». Клипса, что тебе? Ниточку. Все бьем босса. Бустим, бустим. Бустим, девочки. А, ты хочешь, чтобы я бурстил, да? Окей. Не надо бурстить, чтобы ты упал. Так, Джага висит на боссе сегодня. О, обезоруживание дали. Я знаю, кто это такой молодец. Кто выше всех по РФ, кстати? Я? Ну, кроме танка. Зарил, красавчик вообще. Я за такой не понять. Ну, это не понимаю. Ладно. Вот, а если мы не сдохнем хоть на одном портале, ни один человек не сдох. Ты нам не подашь? Там из-за угла ночной выглядывает. Не знаю, куда мы не зарабатываем, начисляюсь.
Нельзя отдать боссу. Это переводе. Это безрубное. Клипса сдох, его шотнуло. Ну это ваншот был, да. А Берни, вводь, пожалуйста, клипсу. Ну все, 5 ТП нету. Авентор, ты знаешь, что такое обезоруживание? Ты можешь это делать? Ну все, я сказала только что, что мы получим ДП и мы его просрали. Удачи. Надо было молчать. Если вы молчали, я не получили ДП. В личку написать надо было выдумываться. На Хейгане нужно просто челиков, которые не знают тактику, убирать. Мы ЕП начисляем заметки для офицеров. Вот. Если ты их не видишь, ты ходи в рейде, тебя повысят в рейде. Кстати, да, я сейчас баф. Ну ты лора давач? Не надо. А Зарил, поставь, пожалуйста, этот гимнамана прочитай. Ставлю там. А как же капу? Ты на тварь. Так, вижу, прожался крыльца. Чё-то я отберусь. Сейчас вспомнил такую вещь. Когда вот, пожалуйста. Один секундочку, дайте, пожалуйста, по хилам, по ракшам и по хулипалу минеры. Вот двух друидов нету КД. Всё уже нормально. Смотрите, до нашего говорить там было 36%, какой еще. Фига, мы быстро убили его. Нафиг, ну, посмотри. Крылечка, это ГЦ. Я еще недавно тебя видела, 202-го, с ужасной головой. Никто не стоит на месте, никто не слакает. Пойдем в трэш весь. Закинь динера. У меня вообще-то голова была 187-я. Я помню. Почему-то кушка мурка сдох. Не знаю почему. Вставай, вставай. Ты куда? Атака ближнего боя. А, он поспешил на трэш. Ох уж этот его рэпчик. Заберите этот трэш. Цель не поле зрения. Кто-то АФК что там. Там половина рейда зашла за колонну, половина рейда еще не зашла. Из-за этого цель не поле зрения. Я Хантер стоит за колонной. Ой-ой, ой-ой. Ты видел, как пробил рейд? Это посохи. Диспел можно? Да, прости, там хил этот рейд просился. Да? Ой, Бармалей, Зарик. А Войд просто молчит или он сегодня этот? А то я он просто помню, когда Войд начинает работает. Молчать, это пиздец начинается, значит. Да нет, он сказал, что у меня сегодня все спят. Я там ночью. Он тебе пишет. Хотя он мой, кажется, потому что рейд 7 часов вообще, там, человек 12 минут. Я ворчливый, да? Кстати, Тимбич у нас ГП не сыпется. Все нормально. Но это мы сейчас пробудили вот этого злого Войда. Ну я в беде, кажется, с февраля. С начала февраля. Мне нормально. Ни одной кто не пропустил. Хоть и учёба.
Не заденьте трэш по пути, пожалуйста. Петов своих напасни в как-нибудь. Обязательно заденем. Кстати, не забудьте кошка-мурку, забафать их тут все тоже. Я не вижу просто бафы на них. Красавчика зарыл. А, аккуратно с трэшем. Вот, я не знаю, как распределить здесь группы. Давай ты сам распределишь. Напиши нам, кто в этой гонке, а кто там. Арти туда идешь, по-моему. Но у нас РДДшек очень много, чем мы Так, вот сюда ты имеешь в виду там, где ты уже. Базука с Элимом, с двумя Элимами здесь. Кошка Мурка тоже сюда идет. Не, базука же со мной, нет? Ничего не поняла, куда Элима, куда базука? Кто туда, кто туда? Все, идите отсюда. Клипса, ты здесь, мой танк? Да, мы тоже запутались. Весело. Азраил, иди туда. И посмотрите, что написал Тагариус. Встаньте в желтую метку, кто в той комнате стоит. Да потом встанут. Азраил, видно, АФК ждет. Я проведу арчи, кто готов. Маша, иди сюда. АФК ждет. Значит, Азраил с нами стоит. Азраил и Петрович АФК стоит. Дайте время на напул. А, обязательно напуливайте трэш. Покуда. Так, вот у меня тут... Я одна хил. Ой, плохо, плохо. Почему ты упала одна? Там с тобой Петрович стоит. Здесь еще. Так он в АФК стоит. А, понял. Хиль. Вы не были тотемы посередине поставить, чтобы до нас тоже доходили? Да, не знаю. Да зачем? Слушай, зачем? Каз быстрее будет, у нас тут РДДшки. Ну, тотемы типа по идее не достают до... Они достают до нас, вы сейчас поставили нам? Я все, у меня уже... Не знал. Включится.
Если возле выход стоит, то его достают. Типа на Вармене на циркуле не достают, поэтому я не знал. Ну теперь вы ждать именно для сервиса. Это. Все, вижу, напуливаю ПКД. Эрдро, ты тут? Взрывил АФК. Ой, ты еще на пергамент запиши, я мою. Хотите рофа, у меня какая-то дура села. Сейчас я быстро батарейки поменяю. Классно. А ты мышка. У меня на мышке есть кнопки. Я обычно ими дамажу. И хилю, и дамажу, и так же. Нормально, батарейки чуть-чуть стряхнула, и вроде еще хватит на пол. Не, мне раньше так не помогало. У меня знакомый в Доту так на мышке играет, одной мышкой. Так, говорят, короче, вот этот всадник, коняшка, ему можно сбивать косты. Магии. Я не знаю, кто еще может сбивать косты. Я не видел косты. Увидел. Можно сбивать всем. Как они называются? За обстрел. Дракон. Можно сбивать там. Да, вот еще один всадник на пол КД. Так что, Клипс, не старайся. Не помню, они косты еще. Полно. КД. Ладно. Набери заяву. Он каст прожал. А по мне промах прошел. Вот это красота, конечно. Что-то мне не нравится. Давайте, прожмитесь, добейте нормально. Сейчас вот у нас снова трэш зареспаунится, мы не потянем. Паладины могут с танки дать. О, сейчас фаза. База же, да? А, босс кидает, короче, дебаф, и он действует на 50 метров. Все освещены. Когда босс телепортируется, все стоим к стенке, под фонарик. А сейчас бьем. Бьем все. Девятками больше. Лучше захиливать меня. Оверхилим. Все, подошли ко мне под фонарик. Все спрятались. Спрятались. Петрович там стоит. Это что, там фонарик? Там стенка? Не пойму. И Джордж Фукс. Пусть будет там. Джордж Фукс вообще в АФК. Или что? Или он не в Дисне? Так дупой стеряем. О боже, Зарик там отдыхает. А что, затанчить нельзя? Затанчила. Вообще ради нет, но там больше ничем практически влияет. Идите сюда, стойте. Босс еще 50%. Он только на 30% откроет ворота. Ой. Петрович. Вот все идут направо, а ты идешь налево. Не бегайте. Все, короче, 30%. Бежим. Там мама там. Это не ментовский воин, это след. У нас будет после убийства босса где-то 50 минут дебаф спадать будет. Ой, 50 минут, 50 секунд.
Можно будет пароль чмот. О, фига, триня упала. Да, триня. Нет, триня. На РП только хотел. И на РТД. Все идем за мной. Пас. Ну что ж, Сэмми, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавим. Хватит болтать! Готовьтесь к бою! Мы еще 20 секунд. Мы идем все в одну этот штучки. Достаточно долго, чтобы я успела представиться. Может быть, они облагоразумятся и успеют скрыться. Все сюда пришли. Бежим, бежим, я Хантер, что ты там вот наблюдаешь? Что? Бежим, 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 бежим. Все взяли мышку в руки, свич не выстреляешь. Там сзади еще коняшки идут, будет больно. Надо будет хитить. Я не знаю, что вы там прячетесь, свич не выстреляли. Уже спорили. Нормально будет хитить сам себе. Говорят, им надо сбивать каст. А еще их можно станить и разворачивать. Не помню, гривут, не гривут. Не поверишь. Кажется, однажды эту тренинг у меня дважды распла. Дважды. Кто там говорил? Хотел я. ЦРП. Да кому оно надо? Я с ДПшкой только и ходил. РП больше менхом. Денсал звонил. Кто-то обиделся. Так, Тагариус там что-то трэш ведет. Бежим за Тагариусом. Он уж предводитель. Не надо там убегать по слизи. Вы уже почистили, идите напрямую. Ах, эти все подряд. Не пуляйте, пуляйте все, мы, я не прохилю. Или Масакру сдашь. Точно. Сагриш, блин. Блин, я вас прошу. О нет, о нет, о нет. У меня Масакру кадет. Тагариус, сдашь, как только спулишь вторых коней. И все свечные сейчас, все. Заберите, заберите. Прожмитесь, кто там может. Я умер. О боже, зачем вы, блядь, так много трэш? Ханаме, это не система ролла. Это система набора очков, за которые ты забираешь шмот. То есть, придя сюда первый раз в рейд, ты не можешь забрать лут. Настя, умерш или нет? Нет, ты не умер, ты же. Я тебя прохил. Я ему опишу личку, а подробно в словах, что и как. Чтоб парень не переживал, что кидаем, бывает такое. А, это Канаме? Объясни в двух словах? Да, 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 я ему объясню в личку, не переживай. Какой Канаме? Он, блядь, 10 шмоток уже забрал, ему не надо ничего объяснять. Ну, я имею в виду то, что не знаю, что это за система просто. Он все забирает, забирает и не понимает, что забирает, возможно. Нормально. Классно. Так, это... Ну вот смотрите. Кто такой жирный? Вот, давай, пожалуйста, пожалуйста. Я чтобы не мешал, взял. Пожалуйста. Вау, вот. Мне перебываться, я так понял, да? На меня СС срочно один оформи, кушка-мурка. Хочешь сама тактику эту рассказывай? Да, 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 я расскажу тактику. А, кто тут дно по ДПСу? Турбоёж, дорогой мой, иди ко мне.
А, для вас сначала объясню тактику. А, все точно то же самое. Вот я поставлю раз метка, крестики. Сначала вы стоите в крестике. А, босса убиваете до 4 стаков копим. Ну, вы должны прям быстро его убить. Потом идете на квадратик. На квадратике стоите, бьете, вот ваша тактика. Убили здесь боссов, пошли на дальних. Сейчас я там тоже объясню. А, на крестике, кто первый раз? Нам нужно держаться вместе, потому что босс кидать метеорит. Я слышно? Да, слышно. Слышно. Я еще поставила луну. А, тут босс стоит, будет кидать черные лужи. Из луж просто нужно будет выходить. А, кто еще не знает. И трусы поставил. Там еще один босс будет. Этот босс противен тем, что он, если вы не соблюдаете ранжу, дает вам ауешку. Гнев небес. И этот гнев небес может шотнуть. Если вас пятеро стоит, вы пятером стоите вместе, то вы втроем, пятером будете лежать, как не знаю кто. Я надеюсь, вы знаете, что такое рендж. И когда вы будете перебегать от треугольника к луне, вы должны будете соблюдать дистанцию. Босс накапливает на вас стаки, и эти стаки нужно за ними следить. У каждого босса каждый дебаф. Дальше. Я проведу РЧ. Вы готовы? А каска с вас летает сейчас. Я вас забафаю. Дайте рыбу, пожалуйста. Сейчас рыбу поставлю еще. Тут боешь, там стой. Где еще отсюда ничего? Поставила рыбу возле крестика. Тем временем вас бафы. Тактика будет немного другая, чем обычно. Сзади никто бегать не будет. Я поставлю человека и кину на него диван. Кто знает, что такое диван из палатинов, и кто может его кинуть? Плюсаните, пожалуйста. Васа или Турбовый? Васа, дорогой мой, у тебя есть реги? Да, красавчик. Я снова РЧ проведу, я надеюсь, вы готовы. Я скажу вам, когда пулять. На всех есть баф. Это Гайус, Базука, Петрович, Склад, АФК. Самое основное, да, сказала. Что самое основное? Дебафы, да. И нужно копить не более 3 стаков. Вон, Войт вам еще раз повторяет. А я не понимаю, почему там стоит Азраил. Не понимаю этого. Азраил там не стоит, просто и все. Азраил. Артефекс, кстати, иди в квадратик. Будешь там ходить. Васа. На Васа гнидыч, кинь СС. Меня слышно в Дискорде, а то я пишу? Да, слышно, слышно. А, то я просто с танка переобулся, мне на какого идти? А тебе не на какого идти, тебе нужно будет бить на 2. А, да, блин. Да, тактика чуть-чуть поменялась. А, я вам устно скажу, когда плять. Так, где мой диван? Мы уже договорились, Войт, мы уже договорились. Я скажу вас. Турбоёж, твоя тактика, твоя... Главная задача — говорить нам, сколько осталось до спроса этой штучки. Все, я кидаю на тебя, СС. Время пошло, пуляйте босса, пуляйте босса, пуляйте босса. Васа, иди босса, иди туда, туда иди. Васа, иди сюда ко мне, тварин поганая. Ты сказал, как потекинуть. Рано, иди сюда. Дайте Геру, встали, пучку. Артефекс, какого хрена ты здесь делаешь? Ты мне сказал в квадратике стоять. Это квадратик? Это квадратик? Идите Тагариуса, хитьте кто-то или очко будет. Я ушла уже.
Там агро держит. Убили? Сюда прибежали. 2 минуты. А мы с Тагариусом убегаем к Липсо-Таунти. И убегаем в крестик. Этот, Липсо. Ой, Тагариус. Смотрите за своими дебафами. Как только у вас будет 3 стака, отбегаем к крестику. Я надеюсь, тем временем вы босса уже убьете. Джордж Фокс, ты не туда бежишь, или вы там сбиваете косты? Тагариус, станьте. Твоя жизнь принадлежит мне. Визирь, резай кошку, пускай дамажит. Турбо, сколько осталось по времени? Турбо. 50 секунд. Ага, Васа, друг мой. Еще рано. Запомни турбоежика и смотри за его бафами. Отбегаем к Липстаунти. 40. Васа, иди готовься, давай диван. О, турбоежику. 30. Да? Убиваем. Сдал? Ты сейчас сдохнешь? О, ну мы все равно уже туда бежим. Не успели. На треугольнике держим ренжу. Все сбивают каст. Держим ренжу, милики. Алло. А, да. Милики могут даже не подходить. Со своей задачей не справился, но в принципе нашел на панели неверно. Бам. Нашел, я нажимал, что-то оно. Кто еще не спал? Побежали, поменялись. Косты избиваем, по пути дрынжу держим, не стоим попка к попке. Где-то ренжу не надо сейчас уже. Если мы будем сосаться, блин, артефакт, мы сдохнем вдвоем, 2 кило. Да нет, все нормально. Так, готовьтесь, бежим, меняемся сторонами. Косты сбивайте. Поменялись сторонами, стаки уже. Так, со мной тут Бигвар. Они даже... Ой, я надеюсь, вы там не сдохнете. Так, 2 стака у меня лично. Не знаю, как у вас. Я бегу на другую сторону. Вы тоже... Я уже перебежал с 2 стаками, ты обратно. И потом поменяемся вместе. А, на зелике давай этот... косты сбивай, Бармалюга. Все сбивают, кто может. Ага, у меня тут тоже 2 стака, я перебегаю. Да, добиваем зелика. Здесь 4 стака, не напряжешься, держишься, даже 5 можно. Я однажды 8 стаков набрал и сдохну. Так что мне нормально. Как? Что-то АФК стоял. Хорошо, вот не заметил. Я сказал, сейчас ХБ прилетит. Ага, прям же. Да ты докажи. Это был мой рейд. Так, добиваем Бломи и добиваем Зелька. Вот вы красавчики. Армагеддон. Я не хотел вмешиваться, пока босса добиваете.
Не тпхаемся, не тпхаемся. Я так, понял, пока одно действует, обновить новым нельзя, надо подождать, пока то закончится. Такариус, поздно, люди просто тпхают, по-своему. А есть уже этот. Бегите за этим самым. Всего 3 человека тпнулось, нормально. Бежим... куда вы тпхаетесь? Бежим в обратную сторону, алло. Я же вам сказала. Бежим за танком, Тагариусом. На них метки стоят. Как же меня это распределение лута забодало. Я думаю, Керамес можно кикать за Ильди. Не отвечает на то, что будешь ходить рядовой или нет, типа. А друидер есть или он в кастрит? Он на 5 минут отходил, я не знаю, он здесь или нет. Если захочет, встанет, он уже встает, вижу. А, нет, пожалуйста. Я правильно понял? Типа одно должно закончиться, божественное вмешательство, только потом новое можно навешивать? Нет, нет. Ну, нет. Тогда я стоял, прожимал раз в 5, оно что-то не сработало. Может быть, у тебя реков не было? У меня 9 штук, вон, часики, 9 штучек, я специально купил перед этим самым. Ладно. Божественное вмешательство или что? Я же просто в тот раз первый накидывал, и потом кто-то бегал, обновлял. Возможно, если кто-то по этому человеку, по которому ты хочешь кинуть, уже кто-то кинул божественное вмешательство, то в течение там минуты, если не ошибаюсь, по нему никто другой не может его кидать. Нет, я... Ёмай, ребята, а куда это мы? Мы горбулей, короче, стигаем, аккуратно. Кличу. Аккуратно, кличу, не, идем. Не сагрите трэш. Не сагрите трэш, аккуратно. Красавчики, красавчики. Помните, куда тпхается босс? А поставьте шкаф с уманем оставшихся. Вот, да, короче, падаем. Туда падаем. Падаем. Вот, мы скипнули трэш, представляете себе? Теперь хилимся. Я ставлю рыбу, не хочу вас хилить. Говори. Помните инст, там где это, надо бежать от короля и яча? Чуть-чуть там бежишь, такой интересный инст. Короче, да, вот, называется я... залы. Когда, короче, я этот инст прохожу, лич от меня бежит, поняли? Что? Мощный. Надо подождать. Тыкайте, плиза.